А давайте, знаете что, Григорий? Что значит? Не будем томить ожиданием телезрителей. Ага. И просто попросим в качестве импровизации Юрия Михайловича выйти на сцену под всеобщие аплодисменты. Мы с вами напросились. У нас и инструмент есть, Юрий Михайлович. Можете сыграть вживую. Григорий споет вживую. Я такой. Я поплачу вживую, Григорий. Поплачь вживую. Дамы и господа, импровизация на главной сцене. Юрий Антонов и Григорий Лепс. Гарри, можете мне стоечку? На секундочку. Стоечку. Я тебе несу стойку. Будьте несу добры, стойку. Стоечку. Григорий. Юрий Михайлович. Готов. Ну. Ветер тронет лужи и листву закружит, там, где шли с тобой когда-то. Пусть в обиде каждый, но поймет однажды, что любовь, что любовь, что любовь не виновата. Пробит осень, а в глазах уже зима. Юрий Антонов. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Гриша, тебе спасибо огромное. Ты замечательно спел эту песню. Замечательно. Ну, я немножко там подработал чуть-чуть там, да? Спасибо вам, Юрий Михайлович. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо. Великие песни.